Всем привет! Сегодня я снимаю вам видео по 11 каталогу компании Avon. Мне пришел заказ. Сегодня с вами разговаривать будет моя рука, так как я заболела, выгляжу не очень хорошо, поэтому общаться с вами будет моя рука, хотя, в принципе, в эйвонских видео она всегда с вами общается. И также к сегодняшнему видео добавится видео по 10 каталогу, так как у меня не было из-за поступления на 5 курс возможности раньше его выложить, поэтому я в одном видео сделаю заказ и за 10 каталог, и за этот 11. И если вам интересно, то давайте начинать смотреть. Пришел вот такой вот шампунь Advanced Techniques. Я не помню, какой это даже. Здоровые волосы. Шампунь-ополаскиватель 2 в 1. Здесь 400 мл. Заказала мне его клиентка. Я знаю, когда-то тоже таким пользовалась. Очень мне нравился. Надеюсь, и ей понравится. Следующее, что у меня заказала эта же клиентка, это был вот такой вот спрей Avon Naturals розовые маргаритки, сицилийский лимон. Здесь 100 мл с распылителем. Ну, все знают эти спреи, они классные. Наверное, одна я только ими не пользуюсь. У меня было 3 штуки. И все, как-то мне к ним душа лично не лежит. Следующее, что я заказала от Avon Naturals, это уже себе, Hair Care, непревзойденный объем, шампунь, малина и гибискус, здесь 700 мл, это такой вот здоровезный, мы заказали с мамой шампунь, кстати, очень круто пахнет какими-то жвачками, конфетками, не знаю, крутой аромат, очень-очень даже по запаху понравился, и то, что это непревзойденный объем, я думаю, он будет выполнять свою функцию. Так, следующее, что у меня заказали тоже клиенты, это была вот такая вот мужская туалетная водичка Xeris, Xeria, так, Research или как-то так, я не знаю, как она, извините, коверкать не буду, здесь 50 мл. Вот так она выглядит. Это водичка с распылителем. Вот такая вот. Ну, она была на какой-то акции на последней страничке на распродаже. Кстати, мне интересно, как она пахнет. Ой, приятный аромат. Знаете, напоминает, кстати, Акс шоколад почему-то. Мне лично. Вот так. Так, следующее, что мне заказала тоже клиентка, это была Little Black Dress. Давайте так вот сделаем. Туалетную водичку Little Black Dress заказала. Оригинал уже, это, я думаю, считаю классика Эйвона. Так, следующее, что мне тоже заказали клиенты, это был вот такой вот освежающий гель Морская Лагуна, сочная груша. Все знают, что это обалденный гель. Я сама его обожаю. И раньше очень часто им пользовалась. И вот такой вот 2 в 1 для мужчин шампунь, гель для душа с дезодорирующим эффектом энергии океана. Здесь мята и морская свежесть. Вот такой вот гельчик тоже заказала мне клиентка. Так, следующие уже продукты будут, это я сама себе заказывала. Так что да, давайте начнем, продолжим, точнее, тоже гелями. Заказала две новинки, вот такие, от Avon Senses тоже. Это Блаженство Андалузии, здесь гранат и миндаль, увлажняющий крем-гель. И, а здесь увлажняющий гель, просто для душа. Это сердце Индонезии, сочный мандарин и цветок лотоса. Да, кстати, вот здесь написано, что этот гель с экстрактом розы, а этот с экстрактом мандарина. Да, открыть их, понюхать, наверное. Ой, обычный, знаете, такой обычный цитрусовый. Что-то мне моющим вот этот гель пахнет. Да, что-то я прогадала. В каталоге вкуснее намного пах. А вот сейчас понюхаем вот этот. Ой, а вот этот очень вкусно пахнет, боже. Его я точно оставлю себе, ни на какую, ни на продажу. А этот, наверное, пущу на продажу. Так, следующее, что я заказала себе по акции, запасы. Это вот такую новинку недавнешних каталогов. Это гель для умывания, типа здесь 125 мл. Он с розой, ромашкой и мятой.
Сейчас. Освежающий и очищающий гель для обличия, да. Вот такую вот недавнюю новинку заказала. И заказала тоже легендарное и очень хорошее средство. Это средство для лица 2 в 1, тоже очищающее и тонизирующее, с огурцом и чайным деревом. Ну, здесь я тоже думаю, много реплик оставлять не нужно. Все его знают, что оно просто супер, так что да. Советую, вот это точно советую. А эту буду пробовать, а потом уже расскажу о ней. Так, по демо-предложению для представителей был вот такой вот набор. И смывка Extra Lasting. Получается, здесь водостойкая тушь, водостойкий карандаш. А вот тушь пришла. Вот такая в ней кисточка. Боже, у меня руки трусятся. Извините. Ну и вот такой вот обычный коричневый карандаш для глаз. Вот так выглядит сводчик. Это я заказывала себе. Очень было выгодное предложение. И вот такая вот манюточка, смывочка 50 мл. Напишите мне, у кого есть такая, кто пробовал, как она, нормально работает или надо с ней повозиться. Так что да, такие, вот такой вот набор себе взяла. И следующее, что я тоже себе взяла, это взяла на распродажке. Водостойкие, я так понимаю, это жидкие тени Супер Шок, но они стойкие, да. В оттенке виноградный металлик, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот так они выглядят. Так, эти тенюшечки. Господи. Наверное, вот так вот лучше будет видно. Я когда-то маме брала такие только бронзовые. Мне очень понравилось, как они держатся. И я решила себе заказать вот такой вот оттеночек. Так что да, вот такой вот. Себе. И последние вещички, которые я заказала с этого каталога, тоже там было предложение для консультантов. 5 пробников губной помады совершенства. Одна штучка стоит 7 гривен, а 5 за 17,50. Я думаю, это выгодное предложение, поэтому взяла себе 5 пробников вот таких вот. Итак, приступим, наверное, мы с вами с парфюма. У меня пришло 5 туалетных водичек с линейки Scent Essence. 2 новинки. Blushing Raspberry и Wheel Bergamot. Вот так коробочки выглядят. И 2 аромата. Это Sparkly Citrus. У меня тоже такой есть. Хорошие моноароматики. Недолго держится, понятное дело. Для лета, короче, класс. Они не удушают, очень приятные цитрусовые запахи. Я, честное слово, ими довольна. У меня вот этот. Хочу себе следующий купить вот этот. Советую, попробуйте. Кстати, вот, вот так вот выглядит баночка. Это вот этот ароматик. Малинка и манго. Следующий аромат, который мне заказали, это вот такой вот мужской аромат Infinite Moment. Он с древесных. Я не знаю, в каталоге он был представленный типа как коричневая водичка, но пришла какая-то вот такая вот зелененькая водичечка. Но запах действительно крутой. Жаль, что их, я так поняла, снимают с продажи. Аромат очень суперский. Так. Следующее, что у меня заказали клиенты, тоже это был вот такой вот Avon Senses, цитрусовый заряд, большой объем. И вот такая вот новиночка тоже, Senses, блаженство Андалузии, гранат и миндаль с экстрактом розы. Вот это, оба геля классно пахнут. Ну, конечно, этот на любителя, а вот этот, я думаю, каждому понравится. Цитрусовый классный. Следующее, что мне заказали, это 2 продукта от линейки Clear Skin.
Это получается умывалка для лица и вот такой вот скраб. Ну, скраб у меня есть, я пользуюсь, и мне нравится ту, короче, холодинку, которую он дает. С него кожа очень классно выглядит. Так что да, заказали вот такой вот скраб и умывалку. Умывалку это уже заказала я, заказала своему молодому человеку, потому что сейчас пошло лето, у него начали появляться прыщики, закупориваются поры, поэтому я ему купила, чтобы он делал себе, короче, глубокое очищение. Так, следующее, что мне заказали, это Avon Care, смягчающее масло оливы, питательный крем для рук. Мне нравится, что здесь теперь вот такая вот штучка, открыл-закрыл, не мучаясь с этим откручиванием, да. Хороший крем, ничего, честно, плохого о нем сказать не могу. Я наслышана только вот о нем и этот, с пчелино-маточкиным молочком, очень хорошие отзывы, что очень хорошие крема. Этот у меня пробовала мама молодого человека, тоже очень довольна им. Так что да. Так, следующее, что мне заказали, это Avon Natural сладкая слива и ваниль. Вот такой спрейчик. Я по ним особо, если честно, не тащусь, хотя у меня за все время было несколько. Так что да, ну, в принципе, очень сладенько, вкусненько пахнет, как обычно. Они все хорошие, по-моему, эти спреи. И последнее, что я заказала уже себе, это был вот такой вот наборчик украшений, это новинка. О, уже посыпалась, тут какая-то эксплуатация, походу, как обычно. И вот такие вот малютки, сережечки, розочки. Можете видеть. И вот такая вот подвесочка. Тут розочка на самой цепочке находится. Такая вот. Ну, по, как говорится, 11-му каталогу у меня был очень маленький заказ. Так что особо и, как говорится, нечего смотреть. Пришел также, ну, это вся бумажня, как обычно. Вот и все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Да, еще хотела вам сегодня показать. Приехали к нам. Я живу в курортном городе. Понятно, к нам часто приезжают как всякие такие развлекалки. Уже стоит, конечно, несколько дней. Но я только сегодня смогла... Мы с другом случайно встретились, когда я ходила за посылкой. Ну и решили стать тоже себе... заработать кока-колу на халяву. Нам ставили вот такие вот там печатки. Но у меня уже размылась от жары. Там кока-кола написано. И... дается баночка, ну там обычно, у меня попалась, было на ней написано Дмитро, закидываешь ее в этот автомат, пишешь, что ты хочешь, и его тебе выдает ну, такую надпись. Я выбрала пуговка, потому что это как бы моя кликуха а-ля молодости, 14 вот так вот лет где-то, и я себе выбрала пуговка. Такую вот баночку. Так что да, это был весь мой заказ. Пока-пока-пока, до скорых встреч!